Что это за филин? Смотри, он обдолбанный. Реально, посмотри его колбасу. I'll be back! Чё детского в этой игре нет? Нюхай, тварь, нюхай мою жопу. Я каждый раз, как за куст захожу, я сру там. Я Гендальф Серый, ты не пройдешь! Что это такое? Ты кто, мужик? Ребята, всем салют! Меня зовут Энди Муфт, ты на моем канале. И, по всей видимости, мы сегодня завершим с тобой Creepy Tale. Потому что, смотри, я вот начал запускать игру. Это все пройдено. Глава третья, последняя. И здесь вот, это здесь мы были. Вот здесь мы сейчас идем. Мы не знаем, что это за бабка. Но, походу, она за нами будет бегать. Потому что картинка неоднозначно говорит нам. Бабка за тобой будет бежать. Беги от нее, беги от нее. И мы давай прямо отсюда начнем. Если она не последняя. Да, она последняя. Это полюбасу. Вот колодец. Мы теперь узнали, что значат эти колодцы. Седина на нашей башке становится все больше. Что это за филин? Смотри, он обдолбанный. Реально, посмотри его колбасу. Это прикол. С ним можно повзаимодействовать? Не можно потусить. Филин, колбаса должна колбасить. Ладно, филин просто сидит. Так, в эту сторону можно что-то? Ух ты, бля, ух ты, бля, ух ты, ух ты, ух ты. Как неожиданно-то? Как неожиданно-то? Ой, жаба. Смотри, все такие интересные здесь, обдолбанные. Ну да ладно, нас это не волнует. У нас свои дела, мы идем. I'll be back! Окей. Не так эффектно, как Терминатор, но где... What the hell, man? What the hell? Подожди, мы только начали. Ты зачем это делаешь? Я так понял, что нужно... Ага, где бульб... Что происходит? По бульбашкам идти нельзя, да? Да, по бульбашкам идти... Все, сейчас разберемся. Где булькает, там не идти. Значит, вот здесь снизу идем. Здесь сверху обходим бульбашки. Здесь обходим бульбашки. Эй, где бульбашки? Вот бульбашки, обходим их. Эй, бульбашки... Ай-яй-яй, я прям на бульбашках стоял, твою мать. Ничего, я принцип понял. Сейчас мы быстро... бульбашки обходим. Нельзя стоять на месте и нельзя идти по бульбашкам. Обходим бульбашки. Обходим бульбашки сверху. Обходим бульбашки сверху. Ай-яй-яй, я же обходил! Нет, не, это нечестно. Нет, игра. Нет, подожди. Сосредоточимся. Да ну нет, нет, ну как это? Ну как, ну, у филина наверх обдолбанного этого. Они постоянно в разном месте или в одном? Здесь точно были. Здесь точно вверх. Так, здесь точно вниз у лягушки. Здесь вверх. Так, неплохо, уже далеко прошли. Здесь точно были бульбашки. И мы на мосту! Ву-ву-ву-ву-ву-ву. Мы молодцы. А этот, блин, друг твой обдолбанный на другой ветке сидит. Иди-ка к нему, алло. Ну посмотрите на них, ну что это такое, что с ней такое? Ужас. Ужас, что в этом лесу. Грибы здесь явно. Хо-хо. Класс. А что это? Так, прятаться будем от кого-то. Ну, от бабки. Она же за нами будет бегать. Мы только что видели на превьюхе. Хорошо, два куста. Видимо, она будет рискать по кустам и искать. Здорово, это что такое? Окей. Так, а вот и бабка, а вот и грибы, которыми здесь все укуривается. Бежим от бабки прятаться. Бежим от бабки прятаться. Опа. Ой, надо было в дальний куст. Давай в дальний куст. Подальше от бабки. Опа. Она сейчас будет искать по кустам. Так, тихо. Ой, она сейчас... А, она нюхает сначала. Нюхает мужика, ищет. Хорошо, мы тогда в этот куст... Вот так. Знай наших, сучка. А, и мне 4 раза надо стучать в дверь, я понял. И сейчас опять прятаться, короче говоря. Похоже, можно за дерево тоже прятаться, да? А ну-ка, я видел, потому что здесь активность была. Оп.
Хорошо, а ну покажите мне все места, за которые можно прятаться. Могу, пожалуйста, посмотреть заранее? Могу за этот куст прятаться. Отлично. Могу за вот это дерево. Отлично. Здесь сверху обдолбанная птица. Ну, мы видели, бабка вся в грибах. Получается, испарение этих грибов тут действует на всех. Все такие. Вон, я скоро такой тоже буду с этой бабкой. Так, хорошо, первые две руны я понял, как зажечь. Давайте. По всей видимости, их будет 4. Привет, бабка. Бежим в дальний куст. Да беги, сука. А, понял. Мультик надо сначала посмотреть. Мультик же интересный. Бежим, 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 бежим. Опа. Она шаманиха какая-то. У нее там грибы, кости, у нее там куча всего. Нюхай, нюхай, нюхай. Нюхай, я штаны обоссал, когда шел сюда. Меня столько пытались убить, сожрать и что только со мной не пытались сделать. Нюхай, нюхай. Эй, 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 эй. Окей, окей, хорошо. Да боже мой, ради бога. Ради бога, что тут такое? Прям ты шо? Хоть сейчас мультик уже не смотрим, иначе бы слишком долго было. Сколько можно мультиков смотреть? А в мультиках глаза как бы портятся. Понюхала. Сваливаем. Это ж сколько, подожди. Мне надо выждать, походу, прежде чем второй раз стучать. Так. Сейчас разберемся. Сейчас спокойно. Ты что, спешишь? А что спешить? Перемотка же есть, если что. Но она ушла. Опа, опа, опа. А мы вот так вот. За дерево давай, да. Прячемся по дальним от бабки предметам. Сейчас, когда она будет рыскать в дереве, я перебегу в куст. А потом перебегу за дерево снова. Потом снова за куст. Надеюсь, правильно. Только не в дерево, пожалуйста, ищи сейчас. Проходи мимо дерева. Ага. Здесь по старой накатанной схеме. Опа. Да, все правильно, все правильно, все правильно, все правильно, все правильно. Сейчас ты проходишь и нюхаешь здесь мои обоссанные штаны, а я за дерево. Оп. Красота. Как это еще назвать? Прячемся за дерево. Сейчас она проходит, и мы еще раз стучим и прячемся за куст. Типа больше ничего не остается, Саша. Музлон напряженный, это явно финалочка, это финальный босс. Ой, слава богу, за этим деревом она никогда не ищет. Все, она сейчас уходит, мы стучим еще раз. Блин, надеюсь, правильно. А, мне кажется, не или правильно. Ай-яй-яй, за ближний куст надо было. А кто ж мог подумать? А кто ж мог подумать? Так, бежим снова уже почти у этого момента. Сейчас будем прятаться за ближний куст, когда активируем третью руну. Первый раз за дальний, второй за ближний. Потом еще где-то четвертый надо будет прятаться. Так, ну иди, иди, проходи мимо. За этим деревом она нас не ищет, мы здесь в безопасности. Полубабка, полуволк, полубаран какой-то. Так, окей. Стукаем. Идем, прячемся за ближний кустик. За ближний, не за дальний. Надеюсь, она свой алгоритм действий не меняет. Потому что если она каждый раз ищет по-разному, это хреново для нас с тобой очень сильно. Я не понял. Алло. Еще разок.
Ну, вообще, еще много раз будет, если все не будет получаться. Опять третью руну пытаемся активировать. А может, пусть она нахер бежит, и я снова за этот пень спрячусь. Но, кстати, почему нет? А я снова за пень. Опа, и пошла в сраку. Вот так вот, беги, тварь. И я еще четвертый раз постучу. Нельзя, нельзя четвертый раз стучать. Ага, ага. А если за этим пнем все время стоять? Ой, сука. Она сюда идет, тварь. Ну, сейчас это я не могу просто проиграть. Нюхай-нюхай и вали нахер, пожалуйста. Вали. Так, все-таки в дальний куст, да? Ну, попробуем. Она понюхает ближний куст. Обыщет его. Какого хера она понюхала и обыскала дальний? Вы что, издеваетесь надо мной? Ух, так, значит, надо не в куст. Надо в дерево снова бежать. Меня это прям уже головоломка ломает меня. Первые три руны, она действует одинаково. На четвертой она начинает действовать по-другому. Здесь уже все у меня понакатано. Здесь я уже знаю алгоритм. А вот дальше он меняется. Дальше не все так просто. Я знаю, ты хочешь мне помочь. Ты прям орешь мне, что надо делать. Что надо, я не слышу. Я не слышу. Иди, тварь, иди. Так, тварь ушла. Теперь за дерево. Вали нахер. Окей. В следующий раз, получается, мы сюда же вернемся, я так думаю. Но может мы спрячемся за куст? Блин, сейчас будем разбираться, короче говоря. Все очень закручено. Ага, нюхай. А я сюда. Нюхай, а я сюда. Я же сейчас не могу постучать, да? Могу. Итак, три руны горят. Пожалуйста, пройди мимо. Отлично, сука. А, не... Блин, я не знаю, что сейчас делать. Ой-ой-ой, не знаю, куда, честно говоря. Я уже не верю в успех этой операции, но я сдаваться не намерен. Да куда? Костлявай своей рукой! Ух, спокойствие. Давай вместе, сначала. Ой, не туда. Пожалуйста, хватит. Мы сейчас это сделаем, братан. Братан, мы сейчас это сделаем. Главное верить. И если вера наша сильна, и наши помыслы чисты, мы эту тварь одолеем. Ну
ушла, надеюсь. Меня эта музыка уже задолбала. Давай, Ларс, я в тебя верю, Ларсик. Ларсюнечка, Ларсёк. Седая ты тварь. Ну ничего, ничего. Это, кто тебе сказал, что это детская игра? Ничего не детская, поэтому эмоции здесь не детские. Ничего детского в этой игре нет. Нюхай, тварь, нюхай мою жопу. Я каждый раз, как захожу, я сру там. Давай, проверяй ручками своими, лезь туда. Давай, давай, конечно. Итак, третью руну мы знаем, как зажигать. А вот что дальше делать, мы ни хрена не знаем. Третья руна из-за дерева. Блин, нахер, нахер. Проходим, проходим, не задерживаемся, пожалуйста. Молодец. Жалко, нельзя сразу постучать. Здесь, по-моему, без разницы, честно говоря, куда. Ахахаха, сука. Там жиденькая сейчас вышла, так что давай, проверяй. Ха-ха-ха-ха. Молодец, молодец. Запись-то хоть идет, я думал, может, запись идет. И что, стучим? Отлично, четвертый раз, и прячемся за дерево. Прячем. А, все, мультяха пошла. Ух. Я Гендальф Серый, ты не пройдешь. Что это такое? Ты кто, мужик? Давно не встречал я человека в этих унылых заброшенных местах. Да, еще пара мгновений, и мы бы не встретились с тобой. Здравствуйте, я... Мальчик, у меня негласный договор с местными обитателями вести мирное сосуществование. Все болото кишит мерзкими, бездушными существами, и одно из них только что пыталось поймать тебя на обед. Ой, простите. Ничего. Иногда этим тварям стоит напомнить, кто здесь главный на болоте. Почему вы же не выбрали для жизни столь гиблое место? В поисках уединения. А естественная среда явилась преградой от внешнего мира. Но ты каким-то чудом добрался до моего дома и, видимо, забрел в эти мрачные края не случайно. Я пришел просить о помощи. Колдунья, превращенная вами в бабочку, обрела силу и подчинила разум моей сестры. Она желает уничтожить весь лес. Духи сказали, только вы способны противостоять ей. Не смог тогда, не смогу и сейчас. Что же сделала с тобой эта потеря? Моя прелестная дочка, такая способная с юных лет, она и есть эта бабочка. Все началось еще в детстве, во время прогулки по лесу. Волки растерзали ее мать, а ее спас чудом оказавшийся рядом охотник. Этот случай сильно изменил ее. Она возненавидела лес и поклялась уничтожить всех его жителей в страшных муках. Мы перестали общаться. Она проводила все время за чтением темных книг и созданием заклинаний. Время шло, и на миг мне показалось, моя девочка забыла свои страшные помыслы. Она вышла замуж, родила детей, как лес вновь напомнила себе. На ее сына напал медведь. Косолапый лишь немного ранил его, но этого было достаточно, чтобы разбудить спрятанное внутри нее зло. Заметив это, я понял, мне нужно действовать. Ничего не оставалось, как превратить мою дочь в безобидное существо, например, в бабочку. Она так любила их в детстве. А после заточить в волшебную клетку, которая лишит ее всей темной силы и даст покой несчастной, заблудшей душе. Навечно. Открыть клетку я так и не смог. Мне не по себе от вашей истории. Но это значит, клетка еще у вас, и мы можем спасти ее? Спасти лес? Да.
Она все еще у меня. Тебе лишь нужно открыть клетку рядом с ней. Все остальное произойдет само собой. Ух, его как удобненько. Автоматическая клетка. Ты знаешь, где сейчас моя дочь? Я встречался с ней в пещере. Ни слова больше. Сконцентрируйся и думай об этом месте. О, это полезная способность. У него слезы, смотри, на глазах. Он плачет. Плачет, мужик. Ну это ж дочь его. Так, у меня клетка. Отлично. А как? Пиздец, у тебя, наверное, там немного времени. У меня много, потому что... Блин, сколько неудачных попыток в этом лесу было. А что, мы сюда, да? А еще что-то есть вокруг? Все, ничего. Это, походу, сейчас будет финальная битва. Клетки с бабочкой. Ты когда-нибудь видел битву клетки и бабочки? Опа, родня, здорово. И бабка над башкой, понятно. Мальчик мой, ты вернулся. Какое счастье видеть, что вся семья в сборе. Отец, что происходит? Сынок, наша мама, как мы ошибочно полагали, не погибла. Она обрела иную форму, но даже находясь в столь хрупком теле, смогла отыскать и воссоединить нашу семью. Братишка, посмотри, какую удивительную корону мы подготовили специально для тебя. Довольно барахтаться среди нас, простолюдинов, мой мальчик. Настало время править. Мама, но все эти убийства, это просто бессмысленно. Девочки всего лишь очищают лес от скверны. Мне необходимо чистое поле, на котором мы все вместе построим дивный мир. Что за странная клетка у тебя в руках? Мама, прости меня, но эта клетка автоматическая к Xiaomi, последняя разработка. Она для тебя. Сын, поставь клетку на место. Папа, прошу, очнись. Мы не убийцы. Братишка, не делай глупостей. Я не хочу потерять мамочку вновь. Вы не ведаете, что творите. Нашей мамы больше нет. А, открыть клетку или разбить клетку? Кыш, открыть, вы шо? Я просто с ним согласен, это уже не их мама. Посмотри, у них глаза красные. Они злые, они убивают людей в лесу. Лес из-за них страдает. Бабку в клетку. Первым кораблем в Китай отправляем утром. Эй, вы же не умерли, вы же освободились. О, глаза сразу беленькие, слезами налились. Все, семья в сборе, я спас семью. Это ж хорошая концовка. Игра от студии Creepy Brothers. Creepy Tale от Creepy Brothers. Моторошная история от моторошных братьев. Что ж там за братья, не хотелось бы их видеть. Соответственно, там есть еще вторая концовка, где мы выбираем разбить клетку, и вся семья становится злой, и продолжают убивать лес, и идут убивать Гэндальфа Серого пинком под зад, и едят вместе грибы, короче говоря, и с этими соснами, совами сидят на ветках такие... И все, и заставка, занавес, конец. Но мы выбрали другую концовку. Мы выбрали концовку, где мы всех спасли. Я надеюсь, тебе это прохождение понравилось. В 5 серий мы уложились. И не забудь поставить этому видео лайк. Это очень сильно помогает новому каналу развиваться. Мы с тобой увидимся в других прохождениях, в других играх. Может, где-то еще. Может, прям на улице с тобой скрыть. Кто его знает. Спасибо, что смотрел мое видео. Меня зовут Энди Муф. До скорой встречи. Пока. Demo.